Мы уже сообщали о том, что дружина юных пожарных Новочебоксарского кадетского лицея вошла в число победителей всероссийского конкурса. Наша съемочная группа познакомилась с ангелами в боевках. Так себя называют ребята. А еще учим других, как не допустить пожара или как поступать правильно. Этот ролик кадеты подготовили в рамках конкурса «Домашнее задание». В нем они показали свое видение работы по пожарной безопасности. Идеи придумали сами. Писали сценарий, снимали и монтировали тоже сообща. Вот то, что конкурс проходил в режиме онлайн, это даже воплотило, как бы немножко подвинуло вперед нашу давнейшую мечту. То есть ребята, снимаясь в социальных вот этих роликах, которые мы отправляли на данный конкурс, они почувствовали себя где-то актерами, где-то режиссерами, где-то сценаристами, звукооператорами. И вот буквально вот на днях решился вопрос о создании в нашем Новочебоксарском кадетском лицее творческой киностудии. Ребята с честью прошли все этапы конкурсов. Подготовили боевой листок на тему «Пожарные в годы войны». Участвовали в открытом голосовании пожарный блогер, командир дружины Иван Яковлев. Я планирую поступить в Академию МЧС в Москве. В качестве командира я участвую в многих конкурсах и неплохо себя проявляю. В следующем году Иван заканчивает школу, поэтому смену готовит заранее. Попал я в дружину 2 года назад и очень этому рад, потому что новые знакомства. Мы с ребятами очень сильно сплотились и готовы завоевывать места дальше. Много новых навыков приобрел. Как пример можно привести надевание боевки, подключение рукавов, боевое развертывание и еще много-много всего. В нынешнем составе дружины юных пожарных в основном 8-классники. Педагоги поддерживают увлечение ребят. Я классный руководитель 8 класса. Любая подготовка к любому конкурсу, это, мне кажется, это сплачивает их всегда, они становятся более дружными, намного становятся выносливые. Знание основ пожарной безопасности, практические навыки никогда не будут лишними, какую бы профессию ни выбрали ребята, а взрослые им помогут. Екатерина Шеверова, Георгий Кривошеин, Республика.